По словам специалистов района, до конца года планируется обучить еще 13 молодых людей. На реализацию задач молодежной практики в рамках программы «Продуктивная занятость и развитие массового предпринимательства» на 2017-2020 годы выделено 16 миллионов тенге. В числе молодых специалистов – педагоги, работники отрасли животноводства, медики. В 2019 году окончила Казахский агротехнический университет. После окончания учебы приехала в Буландынский район Акмолинской области. Обратилась в центр занятости. Мне предложили пройти стажировку в отделе ветеринарии. Сказали, что есть вакансия для меня. По словам специалистов, особенно растет спрос на медицинских работников. В 2020 году при плане 43 было направлено 30 человек. Работа продолжается. Сейчас как раз потребность в кадрах по медицинскому образованию. В основном обращаются к нам педагоги, учителя-предметники, воспитатели. Большая вот потребность в них сейчас как бы есть. Всех мы их направили на молодежную практику. Никто не остался без направления. Стоит отметить, в прошлом году в рамках программы запланировано прохождение стажировки 28 человек. На сегодняшний день выдано 22 направления. Все трудоустроены на постоянную работу. Зарина Дюсекеева, Гульмурзакулова, Павел Соловьев, Шокан Таукеев, Кокшиакпарат.